Здравствуйте. Меня зовут Дарья Баскакова-Левина. Мне 29 лет, и я актриса театра и кино. Я окончила высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина, курс Владимира Алексеевича Сафронова, в 16 году. И с 16 года и по сей день я снимаюсь в кино. Родилась и жила я в Москве. Сейчас, вот уже 3,5 года, я живу на 2 страны и на 2 города. Я живу и работаю в Москве, и также я живу и надеюсь, что скоро буду работать и сниматься в Ереване. Я умею все, что должен уметь артист. Ну, так в дипломе написано, у меня там 5-4. Я умею петь, танцевать, фехтовать, шутить не смешно. Смешно тоже умею, правда, это реже. Умею садиться на шпагат, занималась верховой ездой. Да много чего я умею. Снималась я в таких проектах, как «Улица», канал ТНТ. Я играла роль Женьки. Боже, какая Женька классная. Я обожаю ее, я очень по ней скучаю. Также из последнего я снялась в сериале «Два холма». Я сыграла Торбу. И это диаметрально разная роль с Женькой. Да и вообще она сильно отличается от всех тех ролей, которые я играла до этого. И это огромный кайф для актера, для актрисы, когда тебе дают перевоплощаться, попробовать что-то новое. В случае моей Торбы что-то очень такое неприятное, грязное, бомжеватое. В общем, это очень круто, я этого не боюсь, я это очень люблю. Поэтому я очень надеюсь на наше с вами личное знакомство и на то, что мы в скором времени увидимся с вами на съемочной площадке. Спасибо большое, пока-пока.